дело. У вас там на YouTube был такой ролик, что вы ищете человека, который будет работать на Русской Америке компании и будет рекрутировать как драйвера приехать на США работать. Да, да. Так, такая вакансия у нас есть. Сейчас один человек стажируется на этой должности. Такая, если у вас есть концепция какая-то, и вы готовы этим заниматься, пожалуйста, предоставьте нам концепцию, стратегию вашу. Ну, у меня, как сказать, знания все есть, права есть американские. Я был в Америке, жил в Америке. И, как сказать, то консультация это что делать или как делать. Нам права не нужно, нам нужен продавец, который будет продажи делать, который будет... Я понимаю, я права говорю, что могу объяснить человеку, что окей, хорошо. Уловил. Что он мог стать водителем в США. Хорошо, хорошо. То есть вы работали трак-драйвером в Америке, именно трак-драйвером? Нет, трак-драйвером я не работал, я работал диспетчером, ну, транспорт менеджером. А что вы уехали из Америки? А виза кончилась. Не продлили. В то время, как я был, то в Литве еще не было безвизового режима. И мне не продлили визу. Так, чтобы не нарушить режим, я уехал обратно в Литву. Окей. Ну, смотрите, Роман вас зовут, да, я так понял? Ромас, поймите, для того, чтобы я, например, взял вас на работу, я должен понимать, что вы умеете продавать, что вы можете, я это все вот на протяжении там уже огромного количества роликов всем объясняю, но никто не понимает, вот, что мы не берем на работу людей просто из-за того, что он говорит, я хочу работать, мы берем продавцов, талантов, лучших из лучших, волков. Понимаете? Нам нужны люди, которые продают. В Америке все так берутся, по-другому я не надеюсь. Я могу работать на проценты, я зарплаты не требую. Ну окей, давайте начнем, попробуйте найти хотя бы одного клиента, отработаем одного клиента, получите с него процент. Ну, вы можете с Сергеем связаться, с моим помощником, он вам все расскажет, какие у нас... Но он не понял вас. Вы его спросите, скажите, для трак-драйвера, чтобы стать трак-драйвером, что нужно, он вам все расскажет подробно о наших услугах. Он, видать, не понял вас просто. Он знает все. Он все это знает. Вот. От начала до конца. Я сейчас дам ему информацию, чтобы он с вами пообщался. Да, ну, потому что я хорошо. Ну, мы уже это обсудили, я уже вам сказал, что он вас не понял. Он сейчас вам даст информацию о наших услугах. Дальше вы продадите хотя бы одного клиента, мы посмотрим. Я посмотрю, как у вас получается общение, как происходит коммуникация. А дальше можно разговаривать о зарплате. Хорошо, а сколько я тогда процентами буду получать? 20% мы готовы отдать вам, 20%. Да. Да, если вы будете куратор направления, мы отдадим 20%. Если вы просто разово нам дадите клиента, то 10%. Угу. Хорошо. И сколько ваша услуга будет, сколько вы берете? Это вам Сергей расскажет. Вам Сергей расскажет подробно, да. Ну хорошо, тогда я с ним. Договорились. Ну давай, счастливо. Все, пока.